Одна из проблем дома номер 7 на свободном проезде – это холод в квартирах. Проблему взялись решать в Госжилинспекции Московской области. Екатерина Дятловская расскажет подробнее. В холодное время года температура в квартире Татьяны Крайновой не превышала 10-15 градусов тепла. Халат, пуховый платок, колбы с кипятком обложенные. И тогда мы только ложились спать. Жилплощадь пытались утеплять своими силами, но результат был неудовлетворительный. Устав замерзать в собственном доме, женщина обратилась в Государственную жилищную инспекцию Московской области с просьбой принять меры и заделать промерзающие межпанельные швы. Ведомство организовало проверку. В том, что вопрос решат быстро, лично убедились руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков и глава города Евгений Смышляев, которые приехали в микрорайон Восточный вместе с сотрудниками Госжилинспекции Лобни и представителями управляющей компании. Управляющая компания социально ориентированная, она не стала кивать на, так сказать, там, застройщика, сама взялась и начала переделывать, ну, восстанавливать строительный брак. Поэтому, ну, можно за людей порадоваться, да, что, так сказать, им достался данная компания. Общались с администрацией, с управляющей компанией. Они тоже, значит, правильно, не стали ждать милости от природы, как говорится, взялись, заактировали все дефекты, значит, строительные недоделки и подают суд на застройщика. Есть шанс по суду заставить, так сказать, этого бракодела или восстановить все это дело, или хотя бы финансово компенсировать. Устранять проблему начали на месте с помощью альпиниста. В ходе работы будут сверлить стену и заделывать швы строительной пеной. На полное выполнение работ на третьем этаже на уровне квартиры Татьяны уйдет пара дней. В дальнейшем утеплят весь дом. Татьяна такой оперативной работой осталась очень довольна. Большое спасибо за проделанную работу, за то, что очень оперативно отозвались на нашу жильцов жалобу, за то, что приехали, разобрались, навели порядок. Евгений Смышляев добавил, что все вопросы, с которыми сталкиваются жители проблемного дома, будут решаться. При подготовке к отопительному сезону налаживанию системы отопления в этом доме будет уделено особое внимание. Больше всего проблем с теплом в 4-м и 1-м подъездах. Местной властью также взята на контроль и проблема с лифтами. Задача, вот все те моменты, связанные с проблемами при постройке этого дома, все-таки урегулировать и сделать так, чтобы жители в этом доме могли пользоваться в полной мере инфраструктурой дома, не было каких-то трудностей. Будем надеяться, что после решения всех вопросов дом, наконец, потеряет статус сложного. Екатерина Дятловская, Алексей Орлов, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».